Здравствуйте, с вами опять интернет-канал Максимадзе, и сегодня мы, как всегда, продолжаем смотреть моды, которые присылаете вы на игру «Как достать соседа». Этот мод прислал нам Илья Алексеев. Не знаю, он ли это сделал или не он. Вот в титрах тут написано, кто авторы вот мода написаны, и вот кто первый мод снял. Жалко, что это был не я. Ну, не важно на самом деле. Это Гарри, брат Вуди, вымышленный. Который придумал Игнатий Шубич, по-моему, так его зовут. Настройки игры. Да. Он называется мод «Как достать соседа Микс 2». В общем, у нас здесь доступно всего 5 уровней. Каждый из них мы посмотрим. Тут одинаковые картинки почему-то. В общем, неважно. Здесь у нас сосед, играющий на гитаре. Прикольно выглядит. В общем, что у нас тут? Давайте пройдем эти уровни. Выглядит неплохо. Громкие соседи. Некоторые пакости можно пропускать. Сосед купил себе виджет гитары вместо того, чтобы купить гитару. Вот только проблемы с пением у соседа. Услышав пение соседа под музыку, прохожие люди смеются над ним, а это его обижает. Будет и не по душе, придется научить его играть. Ну что ж, давайте попробуем. Посмотрим, что он играет. Блин, экран прикольный. Ну, то звуки такие же, как и... погодка пасмурная. Блин, в шкафу спрятаться. В смысле? Он что? Яйцо? Ладно. Он спрятал... Почему он... Он что, спрятал собаку... в комод? Или может это мертвая собака или игрушечная? Я не знаю. 10 июня 2020 года будет играть на гитаре Вуда. Ха-ха-ха, это он поет, называется. О, вообще жесть какая. Да блин, откуда музыка играет? Он уже больше не играет на гитаре. Все, спускай себя. Выруби музыку, выруби музыку. А, мы забрали гитару, что у него получилось. А, пусто, ну ладно. У него два кресла. Но он все равно же проиграл на гитаре только что. Как получается-то? Так, пердушку или собачку, я не знаю. На пол. А, ну он всегда это делает. Я понял. Блин, лучше бы он на гитаре вот в такое бы играл. Надеюсь, YouTube за это не забанит. Ха-ха-ха, блин, обожаю вот это. А куда собаку-то, я что-то не понимаю? Куда можно собаку? Я что-то не совсем понимаю. На пол? Тоже нет. Вот это? Нет. Куда собаку-то? Можно скрутить, конечно, еще раз. Правда, вряд ли это поможет. Ну, даже за окно. Пасмурная погода, кстати, даже здесь прорисовал автор. Молодец. Блин, вот... Я не знаю, куда... А, микроволновку, что ли? Да ну нафиг. Как можно собаку в микроволновку? Курсор вообще офигенный, мне нравится. Просто нравится очень. Отлично, да. Это, видимо, автор мода вот здесь написан.
Танцуют все. Соседушка танцует. Воскресный отдых сосед берет, как он говорит, удачу. Потом он танцует рядом со статуэткой мамы, его любимой, и пьет вино. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться за новой удачей. Решает Вуди спасти его от безумия. Следить за тем, что думает сосед. Да, да, конечно. Смотрим. Теперь ночь. Да, сосед на гитаре играет. Да. Так, крысёныш. Ну, это явно сюда надо применять. А где же индикатор? Так, мыло взять нельзя. Мы крысу куда? Фломастер явно ничего не сюда. А куда тогда? На статую? Ну и вряд ли. А, на это, наверное. А может и нет, не знаю. Может, не знаю, посмотрим. Блин, он сюда идет, ну ладно. Как всегда, ссылочка на этот мод будет под видео. Ладно, посмотрим, что в холодильнике. Наверное, острое надо. Крысу в холодильник, наверное. Ой, микроволновку нет. Фломастер тогда? А, да ладно. Но это уже коряво как-то сделано. Ну, впрочем, не важно. Он от раздражения играет на гитаре, да? Сломали, сами сломали статую, значит, ну ладно. Спрячемся в шкафу и будем наблюдать за ним. Сосед-гитарист, назовем эту серию так. Он увидел крысу, что ли, у себя на кресле. Да, коряво немного справить получилось, ну ладно. Модером это в просидении. Ну и все. Так, что у нас дальше? День рождения. День рождения. Должно быть написано. Отмечает праздник. Вы должны все успевать. День рождения это ваш любимый. Это любимый праздник соседа. Ну и ваш. Ну, в принципе, да, тоже. Все для праздника. Конфеты, стол, холодильник и еда. Все есть. Затем он худеет с экспандером. Вуди, к сожалению, не приглашен на праздник, но все-таки он придет. Нифига, он пол новый сделал. Из досок в ванной пол сделал. Ну, Вуди лох. Ха-ха-ха-ха, да. Сосед у нас тоже гениальный. Да ладно, что-то только не говорите, что портал здесь. Помни, бухло это круто, цитировал. Ну-ка, давайте проверим. Это точно портал? Точно портал. Как это печально, а как пройти туда? Можно взять и перепутать, блин. В эту дверь, я надеюсь, можно спуститься. Да. Да, ну у нас со столом ничего сделать, видать, нельзя. Ой-ой-ой-ой, он сюда, наверное, идет. Это как вообще? Смысл?
чё? Это что было вообще, я не понимаю. Блин. И вот, ну как так может быть, скажите мне. Это как так, ну как же так ж может быть, можете объяснить мне? Блин, ну я ж не думал, что он таким способом пойдет. Вообще никто не догадался, что он таким способом пойдет. Вообще, ну это как так возможно? А нифига, у него ларек в доме есть даже. Ну да, два одинаковых сплендера, наверное. Ну-ка, он так же сейчас пойдет, да? Ну да, кто бы сомневался. А если я выйду, он поймает меня? Да ё-моё, ну как так может быть? Можете объяснить мне, как тут тогда? Блин, вот если автор мода меня смотрит, то, пожалуйста, исправьте такую недоработку или... Ну, хотя, может, это и специально было сделано, но, блин, это как-то очень странно и нереалистично вообще. Нет, ну курсор меня вообще забавляет, блин. А в аптечке ничего нету, да? Ну ладно. А почему мы проходить так не можем? Или можем? Ну-ка. Не, ну через эту дверь выходит. Не, ну как так-то, а? Вот объясните мне, ну как так может быть, а? Кошмар. Я вообще не понимаю, как такое может быть. На портрет давайте. Почему мы таким способом заходить не можем? Так, бухло. Яйцо. А, это конфеты. Наверное, их можно туда засунуть. Ну и все, наверное, тогда. Бухло в холодильнике, ну понятное дело. Мне кажется, у него в холодильнике на обратной стороне, на стороне двери должно быть написано «Выход». Интересно, вот если вот он поднимется вот здесь, он будет же подниматься, Вуди он не заметит? Надеюсь, что нет. Иначе это вообще был полный бред. Ой, господи, как меня забавляет вот это, а. Давай, давай, иди, сосед. Надеюсь, он меня не увидит. Ой, кошмар вообще просто. Ой, истерика. Давай. Надеюсь, он в следующем уровне так не будет ходить. Блин, ну! Ах,
хрен с ним, да ладно, фиг с ним, не буду перепроходить, не хочется сюда. Что-то я не ожидал, что он пойдет в зал, не подумал. Ладно, не важно, ладно. Пущай останется так непройденным. За кадром, может, пройду, ну просто что-то надоело уже. Самоизоляция у соседа, вы, наверное, удивитесь. Что сосед пустил Вуди в дом из-за коронавируса. Надо помогать соседям, говорит Ротвейлер, смотря в окно. Но если Вуди дома, то пакости ему не помешает. И они стали друзьями. Серьезно? Вскоре бежит мыть руки и от пота избавляться. Какое-то немного странное описание. Я, честно говоря, даже не совсем понял его. О, это вообще как? Это вообще что такое? Это у него подстройка такая, потолок на балконе, что ли. И мы спаунимся прямо здесь, кстати, причем. Это у него будильник такой. Да блин, ну как так? Ну вот. В смысле, я откуда знал, что сюда пойдет? Открой комод. Спрячься в Да блин, не успел. Ну. А куда он идет, меня что-то интересует немного. Пирог-то у него где находится? Успел. Ну-ка, куда же он пойдет-то? Неужто в ванну он пойдет? За пирогом. Ну вот откуда я должен был узнать, что пирог у него находится в корзине или... Не, вообще не фиг знает, где не видит. Давайте сразу портрет ему обрисуем. Так, у нас полно времени на то, чтобы... Тут что-то ли... что-либо поделать. Беги, пожалуйста! Успели. Вот здесь спрятаться-то можно, я думаю. Теперь у него пол вообще из кирпича. Какого фига? Пусто, да? Так, таблетки от бессонницы на кофе, наверное. Или это окно у него, да? Ну, можно землей его обсыпать. Грязный стол, но что-то не видно. Чтобы он грязный был, ну, черт с ним. О, это что было? Это вообще не расстается со своей гитарой. Да, унитаз с улыбкой. С турбонаддувом еще, наверное. Вот бы мне, вот бы такой унитаз. И я бы стал есть больше в несколько раз. Наверное, он думает так. Может, это зеркало, а не окно. Зеркало это, скорее всего. Правда, оно недоделанное немного. А здесь можно ходить? Не, нельзя. Хотя бы это продумали. Если бы тут можно было бы ходить, я бы удивился бы вообще. Как так может быть? Зонтик тут недорисованный. Ну и все. С этим уровнем. Ну и последний уровень у нас остался. Любитель спорта. Наш сосед купил компьютер. И смотрит на ютубе разные видео. Надеюсь, он и Максимадзе тоже смотрит. Гарри решает через окно войти в дом, но сосед его прогоняет. А также от Веллеру пришла посылка от мамаши его. В короб...
По ссылке коробка с мячиками. Вот только зачем так много? Да, согласен. Нифига, а что у него? Стены-то обрисованные все. Да и снаружи дом тоже. О, телефон. Новый. Фиолетовый. Пустой, наверное. А, нет, не пустая. Беги, 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 беги отсюда. А, нет, 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 не отсюда беги. Вот это сумка. А, мы ее смотрели уже. Хе-хе, прикольно. Ну, авторы постарались, они анимации всякие проделали. Компьютер, он даже, он... Блин, прикольно. Прикольно, 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 прикольно. Ай-яй-яй-яй, беги. Мне кажется, он вниз не спускается. Давайте-ка... Судя по всему, он в ванну побежит, когда мы какую-то пакость сделаем. Почему скакалка здесь, а он мячик подкидывает? А, ну, а, мы в любом случае телефоном же будем звонить. О-хо-хо, Гарри, здорово, Гарри. Ха-ха-ха-ха. Нифига, Гарри, здорово, Гарри. Ха-ха-ха-ха, и господи, какой угар. Я вообще офигеваю просто от этого мода. А мы Гарри как-то поможем, я так понимаю, или что мы сделаем? Кейтер, создатель файла, который вызывает бессон... А, это, видимо, к компьютеру надо. Нет, нет, нет. Ничего не понял. Куда сосед пропал? Ну-ка, давайте еще раз позвоним. Немного не совсем понимаю эту фигню. Так, скользкая жидкость. Ну и я так понял, это для крепления для телефона. То смотрел, я что-то не совсем понял. По роже, прям по роже. Я не успел. Давайте заново начнем. Ну ладно, ничего страшного. Заново начнем, так начнем. Блин, ну этот момент, как он поднимался вот здесь, сквозь текстуры, это я вообще просто офигел от этого. Ну блин, ну вот никто такого не мог ожидать, что он так поднимется. А, видимо... А, телефон вот этот... Видимо, этот телефон с секретной программой. Это... из комода, видимо, тут еще один телефон какой-то есть, или нет? Гарри-то он выпинывает из окна. Капец какой. Какой жесть. Вообще жесть. Ну-ка, что тут? Скользкая жидкость. На составе написано только скользкая. Блин, кошмар какой. Так, давайте-ка... Гарри опять появился, правда не двигается. Так, скользкая жидкость. Ну-ка, давайте посмотрим. Да два телефона здесь, оказывается. Да, ну-ка, давайте наберем. Нифига. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не успеваю, наверное. Нет, я успеваю, успеваю. Так, давайте яйцо положим в микроволновку. Наверное, это нам будет нужно. Соседу мы позвоним, пожалуй.
Интересный мод, мне нравится, кстати, очень. Еще раз давайте наберем на всякий случай. А, вирус у него там в компьютере образовался, да? Здорово, братан! Ха-ха-ха, да. А вот. А какая еще пакость? А, вот, вот. Блин, жалко, с ним никакой пакости нельзя делать. Можно было бы дать какой-нибудь предмет, чтобы он от соседа, соседу отпор дал. Было бы прикольно. Ладно, давайте пройдем его еще раз. Я хочу просто посмотреть, изменился ли там экран. Изменился ли экран победы, так сказать. Постараемся по-быстрому пройти. Конфету он, оказывается, тут съедает. А что, не может на кухне съедать? Да, он исчез и вернулся. Что это за аквариум недоделанный, я тоже не понимаю. Почему сосед ходит вот так, я тоже не понимаю. Давай, давай, иди быстрее уже. Наконец-то. Ай, я забыл мыло там положить. Ну ладно, на кухне положу. Там как раз лужа есть для этого. А, еще я ленту забыл приделать. Ну, фиг с ним. Так, шарики. Апельсины? Это апельсины, да, такие? Ну, апельсины... Апельсины он не любит, что ли? Ну, хотя я не люблю. Может, его не любит. Не, ну что это за бред? Реально. Мне кажется, вот эта недоработка, ее надо исправлять. Помни, бухло это круто. Да, не сомневаюсь. Ух. Ну, Ротвейлер считает, что он превосходно играет, но мы, конечно, так не скажем. Давай, съешь конфеты. Откуда вообще у соседа портал в доме? Как такое может быть? Так, еще две пакости. Вот это пакости и вот это. Не, курсор меня забавляет вообще. Смех тоже офигенный. А, стабильный. Ну и все. Причем 100%. Все. А экрана победы вообще не было. Ну, можно было и не проходить. Так. А тут сезон охоты, кстати. Я смотрю. Я смотрю, тут открывается прямо сразу этот нереализованный уровень. У меня такое ощущение, что если я нажму, игра вылетит.
Но можно попробовать. Можно попробовать. Давайте попробуем. Не запускается. Я правда думал, что игра вылетит. Ладно. В общем, на этом все. Ссылочка на этот мод будет в описании. Если вы тоже делаете моды, то обязательно скидывайте в комментариях или пишите мне ВКонтакте. Только сильно не перегружайте меня модами. Постарайтесь. А то я не буду успевать записывать. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока.